Всем привет! Недавно мне пришла в голову очень интересная идея. Я решила снимать неделю фильмов. Каждый день этой недели я буду выставлять видео, в котором расскажу вам о фильме, который мне понравился. И первый фильм «Виноваты звезды». Честно говоря, сначала я прочитала книгу, а потом уже посмотрела фильм. Конечно, книга рассказывает все более подробно, но фильм оправдал мои ожидания. Мне очень понравились актеры, их чувственная и реалистичная игра. Смотреть этот фильм эмоционально тяжело, но это же драма. Август и Хэзл создали свою маленькую бесконечность. Всем советую посмотреть этот фильм, он пробуждает самые лучшие эмоции в человеке. Ну а завтра вас ждет совсем другой фильм. Так что ждите новое видео, всем пока-пока.